Честно, я не ожидала, что придет такое количество людей. Вот. Я, честно, боялась, что придет минимум, максимум 1000. Вот. Сейчас есть информация, то есть она роднится, естественно, но по четким, квадрокоптер, который это все снимал, есть понимание, что людей пришло больше 80 тысяч. Есть посылки, что до 100 тысяч, но это не могу сказать, да? Ну, как бы больше 80 тысяч пришло. Одновременно. Одновременно. Для нас это большой плюс. То есть люди стояли до метро, была давка. Это правда. Это показатель. Мы благодарны всем, кто нас поддерживает. Вот, и как бы мы сейчас создаем общественную организацию, да, именно пострадавших собственников. То есть мы будем сотрудничать, да, с муниципальными депутатами, будем сотрудничать с политиками, с общественными деятелями. Вот, я очень благодарна, что пришло очень много людей, которые нас поддерживают. Я надеюсь, что это мы вровень пойдем, как бы, к своей цели.